Дорогие друзья, хороших вам праздничных дней еще. Заглянула в магазин, в соцмагазин. Посмотрите, какая картина. 150 евро стоит. Она как бы за стеклом, там вот этот парусник, он такой как бы в 3D сделан. Ну, как настоящий он там смотрится. Ну, в общем, дорого, конечно, стоит, но такая работа. Чашечка такая, но она давно, по-моему, стоит. Парочка. Решили пройтись, посмотреть, что новенького. Ну, кое-что есть. Вот эта ваза, по-моему, ее не было. Но очень красиво смотрится. Но эти розы морские или подводные, или как их назвать, они тут давно лежат. Сейчас мы посмотрим новинки. Новинки есть. Но вот это давно тоже. Вроде ничего особенного. Но чайник такой изящный, кофейник, чайник, и на нем синие розочки. Очень много новых столиков появилось. Вот эта новая картина, вот зимняя такая, бело-синяя, очень красиво смотрится. Вот эти пивные кружки тут выставили. Есть еще целый ряд других, но вот эти самые симпатичные. Салфетки красивые, везде и разные. И... Но я уже не покупаю, но смотрю и вам показываю. Хрусталь. Хрусталь какой классный. Ну вот это то ли Вальтер Глаз, то ли хрусталь. Вазочка 4 евро стоит. Ладья такая. Появились новинки. Сейчас я вам покажу. Ну, вот это такая сахарница, наверное. А вот это как яблоко. Видите, крышка такая, яблоко сверху. Ну, вообще симпатичная. Хрустальная она. Лебеди эти были. И еще тут такая появилась груша хрустальная. Они так сверкают. 5 евро. Они склеенные крышечки, чтобы их никто не разбил. Ну, в общем, хрусталь замечательный. Он так смотрится хорошо. Ну, всегда что-то покупаешь. Я тоже одну мелочевку купила. Я вам покажу. Вот эти интересные. Почему-то я их в руки не взяла. На ножке золотом отделанные. 5 евро. Вот эта ваза такая. Она большая, такая утонченная. То ли это старинные. Очень мне уж напоминает раньше время, когда на столах стояли такие красивые вазы. Вот это я купила. Она так сверкала на меня, смотрела. 1 евро стоит. Как-нибудь в обзоре вам покажу. И мне еще кое-что я тут приобрела, думаю. Потом вам все это покажу. Вот это на ножке ваза. Такая расцветка цвета морской волны. Даже не знаю, медного купороса, наверное. Вот эти конфетницы, или как стоят с крышкой, вот я давно. Но она красивая. Бомбоньерка, скажем, да? Вот это стоит, но я ее покрутила. Большая такая шкатулочка к Пасхе. Зайчик там в кустах что-то ищет. Наверное, подарочки. У нас как-то принято, когда дети маленькие прячешь, они потом ищут. Эти зайцы сидят сбоку и смеются. Очень много интересного. Можно каждый день заходить, всегда что-то новое будет. Они же каждый день склада приносят и распаковывают. Что-то уходит, что-то приходит. Таких зайчиков у меня тоже уже полно. А вот в эту корзину я каждый раз опускаю руку. Она, по-моему, была полная, но теперь уже вот зайчик такой, и весюлечки такие. Ну, интересно же. У меня внуки уже... У нас внуки уже все подросли, взрослые. Играться особо уже не с кем. Ну вот, я думала, что эти вот рядом тарелочка с ягодкой продали. Нет, она вот... Она где-то внизу, наверное, была. Вот эти штучки-дрючки тут, где не написано, где написано по 1 евро или 2... А где не написано, вот это все. Остальное все по 30 центов. Я даже где-то показываю на стене. Вот висит бумажечка, и там написано.
Вот. А дальше потом будут, я потом, когда просматриваю дом, только поняла, дальше там стоят тарелочки. И, наверное, блюдечки, скорее всего, таким же цветом. Это они почему-то их расставляют. Им удобнее так, наверное. Вот они, видите, как? Так вот удобнее, как-то стопочкой составили, и все. Калла лежит, ждет своего хозяина. Ну, одна. А было больше? Это она хорошая такая, золото не стерлось, ничего. У них где-то кала сервиз стоит в стеночке. Ну, я бы, например, по мне, так я бы туда положила все. А вот эта керамика такая смешная за 1 евро. Мужик какой-то нарисовал, мексиканец, наверное. Не знаю, кто это производит. А тут электроприборы, кофеварки, кофемолки. Ну, в общем, все, что хотите. Вот эти гусята стоят еще. Это спецовники такие. Я что-то не поняла. Вы поняли, сколько они стоят? Я уже который раз смотрю на них и никак не пойму, что они там написали. А вот эти кухонные часики, когда-то я такими тоже пользовалась, теперь уже нет. У меня уже все такой опыт, девочки, все на глаз. И на время смотришь, и вроде как, но бывает и забываешь. Вот эти баночки под конфетки, вот, можно же декорации какие-то делать. А тут внизу для пылесоса все коробочки пластиковые, стульчики. Ну, стульчик, наверное, чтобы наверх заглянуть, там, где эти коробочки. Я туда всегда заглядываю, мне так интересно это все, думаю. У меня у самой коробочек море. Вот сзади, видите, стоит такая с елочкой, с шишками. Что-то я ее плохо посмотрела. Это интересная коробочка. Но мне, в принципе, и не надо этих коробок, сколько я их выбрасывала раньше, да? Это я теперь как стала заниматься каналом, все собираю. Надо взять один день, собрать все, что уже надоело, и унести в подвал. Для новеньких у нас в подвале стоит стол. Вот смотрите, тоже электроприборы, да? И там все выносят, кому что не надо. В данный момент там стоят две металлические гусятницы, шесть фужеров каких-то, две игрушки для детей и книжки. Вот это гобеленовая наволочка. А вот эти 50 евро. Ой, дорого это тут. Они новые. С крышкой, как их называют, жаровни, наверное. А вот эти, это не с этой, 2 евро стоит, это, не знаю, как она называется это. Ну, она, наверное, с другой полки попала. А вот эти креманки, все они все по 30 центов. А эти, тут и хрустальные есть, по 1 евро. Первое время мы покупали, я всем подарила такие. Смотрите, сколько селедочниц, да? Я вообще только заметила сейчас вот в ролике. У меня такая есть. Ну, может, не такая, но я купила ее здесь. Иду назад, чтобы вам показать. 30 центей де стайль. По-моему, так. Ну, и на этом я заканчиваю свой ролик. Посмотрите, какие новые вещи вот эти для кухни, для любителей варить, что-то готовить. А еще троечки. Появилась одна новая, но я фотографию вам покажу. Вот это красивая. И это красивая. Но они были, наверное, вы их видели. Но я решила их сфотографировать. И это красивая. А вот это очень даже ничего, это новенькая.